тема такая. У меня подтвердилась командировка в Таиланд, файт лагерь. И, в общем, я быстренько собрал вещи, собрал сумочку. И сейчас я уже в Борисполе, у меня осталось только покинуть денег на телефон. В общем, я лечу в два лагеря. Буду утром тренироваться в одном лагере, вечером в другом. В одном лагере будут спортсмены иностранные, а в другом ребята наши соотечественники. Так что все подробности буду сообщать, что будет происходить. Фоточки, видосики, все вам покажу. Я в аэропорту, сижу на полу возле розеточки, прошел все контроли, ну, конечно, не без приколов. Когда подходил на регистрацию, впереди меня была бабушка, у которой было чемодан, сумка, куча сувениров, и я так предлагаю еще сток сена и заводная коза. Она все это пыталась сдать в багаж. В общем, короче, она 20 минут задерживала очередь, со всеми припиралась. В итоге ее убедили заводную козу и сток сена оставить в Киеве и не везти с собой в Бангкок. В общем, но 20 минут времени она все мозги повыносила. После этого я зашел вот в зону, получается, отлета. А тут такой момент, в общем, с Wi-Fi накладочка. В общем, они что сделали? Они вроде как его всем показывают. Но там, чтобы им пользоваться, нужно вводить свой IP, оригинальный Борисполь, откуда мы его знаем. Короче, я поймал парня с бейджиком, ну, сотрудника аэропорта, и он мне, собственно говоря, ввел этот IP-адрес, и теперь я сижу, короче, в интернете. Еще очень такой момент, полно хасидов, хасиды куда-то летят, все хасиды куда-то летят, так что такие дела, ребята. Сейчас идем на утренний муай-тай, а что будет дальше, посмотрим. Давай. Здорово, маэстро. Привет. Присаживайся. Одень только очки, чтобы как бы не выделяться. А то ты сейчас начнешь взглядом стрелять. Да.
that's the same thing. With MMA, it's a physical aspect as well as mental aspect. So you've got to get everything right, timing, everything. It's a whole lot, and it happens seconds. So I'm training or helping Marcio to train for his strength, power, endurance, all of that stuff. So while he's a specialist obviously at all the technical stuff, I'm helping him to actually get stronger, get more explosive, and most important, to not get injured. The reason why Marcio initially came to me was because of a knee injury. So we worked on that first, fixed that, and then we transitioned into actual strength and power training and all of that to get him ready for his next fight. People down the head. You can't just put your head like this. You need to drive your head here. See, now I just need one arm now to control him here. And from here, it's very easy to drop down and just rip him from the wall. Hi guys, I'm Vince Parr. I'm one step from UFC. Watch me next year. I'm ready.